переведено и озвучено Black Street Records при участии переулка Переводмана. Эй, Жан-Марк, не теряйся, там иди сюда. Виски? С удовольствием. Зацени, Жан-Марк. У этого виски есть нечто уникальное. Его цвет. Янтарь с золотистым оттенком. Особенный. Ну и аромат. Фундук с цветами. И легким дуновением леса. Какой букет. Какая сладость, удивительно, не так ли? Это выдержка. В дубовых бочках придает аромат фундука, сушеных фруктов, какао. И, конечно, его теплое послевкусие, привкус дыма. Потрясающе. Неплохо в целом. Да. Но чтобы достичь таких результатов, Жан-Марк, нужно работать. Много работать. Представь только. Ячмень тщательно отбирают, затем вымачивают в воде. Затем он какое-то время прорастает. На это приличное время уходит даже очень. Когда достигнут нужный уровень сахара, ячмень высушивают в духовке. Растирают в порошок и варят в горячей воде. Варят его, пока не получится солод. Именно солодовый дистиллят впоследствии станет виски. Понимаешь, Жан-Марк, все искусство изготовления виски в процессе дистилляции. Искусство сохранить саму сущность продукта. Лучшее из лучшего. Так зарождается утонченность напитка. После этого нужно терпение для виски лет эдак 10, 15, 18. В дубовых бочках, желательно в таких, где бурбон или херес олороса выдерживали. И на каждом из этапов изготовления необходимо тщательно, забота и внимание. Но ради такого шедевра это мизерная цена. Но разница есть в сравнении с мохито. Кстати, о шедеврах, Жан-Марк. Я тут посмотрел движуху, что ты прислал мне. Давай-ка с тобой вместе кусок посмотрим. Гамлет 2. Жизнь — это боль. Окончить жизнь. Уснуть. Не более. И знать, что этот сон окончит грусть и тысячи ударов, удел живых. Такой конец достоин желаний жарких. Умереть. Уснуть. Ты, конечно, впечатлил меня своим прошлым фильмом этим про белок. 4 миллиона билетов продал. Но тут ты превзошел сам себя, Жан-Марк. Сам себя. Актер ужасен. Просто ужасен. Ужасен. Но Филипп, это же Cinema Verite. Он профессиональный актер. Да он тут просто зажигает. Как лампочка Ильича. Так ты мне в целом нравишься, Жан-Марк. Но сейчас я тебе все выскажу. В простых выражениях. Это кусок говна. Цель моей продюсерской компании – это качественные, популярные и развлекательные фильмы. Окей? Мы с моим партнером рассчитывали на тебя. На твою известность и новаторство. Так не думаешь ли ты, что за такую цену мы имеем право ожидать лучшего качества? Конечно, Филипп. Конечно. Ты сказал, я сделал. Начни со своего профессионального актера. Этого, которого никто не видел. Ни разу. Уволь его немедленно. Я хочу такого, чтобы играл убедительно. И чтобы его уже знали в народе.
Я понятно выражаюсь? Понравилась движуха. Он вообще не в теме с Нью-Эдж фильмами. Блин, да он выгнал Этьена, представляем. Ебать, мы попали с этим. И все внезапно. А у меня нет никого. Не то чтобы я не искал, просто я не вижу, кто мог бы. Покоров в турне сейчас. Кев, Адамс будет просто кошмарным. Кошмарным. Я не знаю, что делать. Помоги мне из этой жопы вылезти, Кев. Насчет Макса Баблила не думал? Не, это не серьезно. А Джонатан Ламберт? Он мелкий сильно. А Кристоф Майя? Он вообще не актер, Кев. А мою поэт? Давай, давай еще сильней. Сирил Хануна? Нет, нет. Норман? Норман? Это не сработает. Надо, чтобы покрасивше был. Бернер хочет, чтобы был умелый атлет. И чтобы с глубоким характером. Как ты сказал, престарелый... Престарелый атлет? Нет, дружище, мы Гамлет снимаем, а не голубую луну на пляже. Бля, Жан-Марк, есть идея. Я тебе его адресок скину. Кого? Сейчас я тебя вышлю. Сейчас я тебя вышлю. Да ты скажи, кто это? Так, давай чутка черного по старинке. Ебучая черная краска! Пидорас хера! Блин, а ты еще кто? Даниэль включили. Ага, спрашивает кто. Жан-Марк Вали, сценарист и режиссер. Я приехал, чтобы предложить тебе роль в моем новом фильме. Это адаптация. Стоп, шляпа, ботинки, внешний вид. Ты из ЮНИСЕФ или че? Хорош уже волну гнать, опять бабки клянч пришел. Не, я Жан-Марк Вали из Сайн Прода я. Жан-Марк кто? Вали. Жан-Марк Вали. О, блин, так это чё, тот фильм про белок, это да, ты, что ли? Да. О, блин, ну отпадный, я помирал со смеху просто. Та сцена, где у тебя пёс из окна навернулся, просто убойно. Жан-Марк, приятно познакомиться. Ну я, в общем, приехал тебе главную роль предложить в моём последнем фильме в адаптации Гамлета. Для этой роли нам нужен кто-то харизматичный, с глубиной. В общем, мы вот о тебе и подумали. Погоди, Жан-Марк. Ты хочешь мне сказать, что проехал 500 километров только чтобы позвать меня в свой фильм? Серьезно, это не перебор, не?
Я предельно серьезно, Даниэль. Уже все полным ходом. Подбор актеров закончен. Съемки вот-вот начнутся. Тебя только ждем и понеслась. Я уверен, пару репетиций ты в теме. Погодь, приятель. Я, конечно, человек искусства. Человек искусства, так? Но вот только я художник, а никак не актер. Все, что ты от меня дождешься, это как я буду изображаться идиота в трагедии твоего Рональда Шекспира и круги нарезать в пидорских костюмах, типа быть или не быть. Забыть! Это ж New Age, это модерн, сейчас он в моде. Представь, что фильм это типа битва Бубы с MC Джином Гэббином. Ненависть, страх, жестокость. Модерновая трагедия. Это ты мне про модерновую трагедию втираешь, а? Это ты мне про модерновую трагедию решил рассказать? Улыбишься тут такой, думаешь, что все знаешь? Скажи честно, что ты вообще про модерновую трагедию знаешь. Сейчас я тебе расскажу, что такое модерновая трагедия. Модерновая трагедия — это когда 17 апреля 2006-го Лориан против Ницца. Стадион под завязку. На 72-й минуте ты забиваешь гол при счете 2-0. Толпа сходит с ума. 35 тысяч народу скандируют твое имя. Фаричелли, Фаричелли. Ты так и думаешь, да я бог, да я бог. А потом кикоф. И тебя подсекает под ножкой Морель. И ломает тебя. Прямо посередине ноги. Ты кричишь и падаешь со слезами на глазах. Ты смотришь на свою лодыжку, на переломы берцовых костей. И ревешь, как Питер. В больнице тебя осматривает врач и говорит, что больше ты по мячу бить не сможешь. Никогда. Слышь, Даниэль, ну ты дал вообще. Ты прям передал мне свои эмоции, чисто как по-настоящему. У тебя определенно есть актерский талант. Соглашайся, Даниэль, фильм хитом станет. Блин, Жан-Марк, я не знаю, модерновые трагедии — это жесть. Да. Зато у нас бюджет хороший. На руки 300 тысяч баксов получишь. А где ты говоришь, подписать-то надо? Ты контракт прихватил, кстати, я бы прочитал. Что там, как? Даниэль Фаричелли, Гамлет 2. Даниэль! Филипп, скажите, удался ли фильм? Конечно, картина на редкость успешная. Мы очень рады здесь находиться, мы проделали огромную работу. Ну, вы сами все видели, мне очень повезло подобрать такую шикарную команду. Жан-Марк, он еще в баре, наверное. Ну и Даниэля, мы с ним отлично потрудились. Благодаря им картина вышла такой великолепной. Остается только надеяться, что и с остальными нашими картинами получится схожий результат. В общем, их вы тоже скоро сможете посмотреть. Вот почему напасти так живучи? Ведь кто бы снес бичи? И глум времен, презрение гордых, притеснение сильных, любви напрасной боль, закона ленность, и спесь властителей, и все, что терпит достойный человек от недостойных, когда бы он мог кинжалом тонким сам покой добыть. Перевел Переводман. Роли озвучили Илья Барене, Виталий Захаров, Антоха Лил Оси, Евгений Фетчоп. Работа со звуком Евгений Фетчоп.